Итак, снова здравствуйте, это снова курящий из окна. Что-то я заговорил так бодро-бодро, а потом музыка меня смутила, и я стал более повествовательный. В конце предыдущей серии мы решили загадку с этой игуаной, или вараном, или как его зовут. Ну, Клитус зовут его Гадюка, но он явно не Гадюка. И Клитус переместился теперь сюда, в эту трубу. Ну что, теперь получится взять карту доступа, или же... Слушайте, а если я не вылечу Макроникла прямо сейчас, то что из этого будет? Меня просто несколько смущает вот эти вот ачивки про отряд. Может быть, я реально могу просто потерять Макроникла смертью храбрых? А могу не потерять. Знаете-ка, я его сначала не потеряю. Потом мы уже посмотрим. Так, Макроникл, ты как себя чувствуешь? Он неважно выглядит. И вот позеленел. И вот позеленел. Ну, и весь позеленел скорее. Ну ладно, неважно. Ты говорить будешь со мной? Ты в порядке? Прошу, убей меня! О, ты живой, хорошо. Ну ладно, давай все-таки. Вот, возьми. Это тебе поможет. У тебя доброе сердце. По-моему, до этого это были капли, а теперь это таблетки. Хлоп-хлоп. Фу, что за ужасный смрад? Ой, что же теперь не так? А, хватит, умоляю. Так, ну мне это наверняка именно из-за этого надо было делать, и я не мог просто не сделать этого. Но зачем я это делаю, я не очень представляю. На Клитусе геморрой? Отсюда я не смогу дотянуться? То есть он у него на голове стоит, и все равно тот его не видит. Ну ладно. Что на этот раз? Так, снова какая-то заставка. Не знаю, что пока комментировать. Ага, спасательная капсула, надо торопиться. Кстати, эта труба мне теперь не поможет? Ага, это же... Да, вроде штука. Ага. Ну ничего, не хочет. А, у меня теперь исчезло это противоядие. Карта доступа. Я не могу позвать с собой все-таки Макроникла. Потому что он даже Клитус просит его плиз-стоп. Может быть и мне тоже поможет это плиз-стоп. Ну, полегчало. Да, но... Что за адский препарат ты мне дал? Мог бы спасибо сказать. В конце концов, я спал себе жизнь. Да, но какой ценой? Опять портит воздух. Что творится с этой системой вентиляции? Ладно, брать его с собой я не могу. Не то чтобы очень не хотелось, но... Отсюда я не могу дотянуться. Погоди. А отсюда я теперь не смогу же сюда, да, или смогу? Нет, по-прежнему смогу. Но Клитус какой-то уж очень невнимательный все-таки. Хорошо. Моим сенсором не удалось тебя идентифицировать. Хорошо, подойди чуть ближе. Так, это значило, что мне нужно карту доступа всунуть? Скорее всего, да. Кстати, странно, теперь Клитус на этот звук не оборачивается. Видимо, его отвлекает этот плиз-стоп. А если бы я пробовал это делать без плиз-стоп, то он бы отвлекался. Эй, ты! Чем ты там занимаешься? Кто я? Именно ты. Или ты видишь еще кого-нибудь, кто? Смирно! Главнокомандующий на борту. Достаточно, Аргус. Улис? Инспектор. Потрудитесь объяснить, что здесь происходит. Да, это... Хватит мямлить, встаньте прямо. Мне показалось, вы обязались подготовить все к моему прибытию. Все готово? До сих пор складывалось впечатление, что на вас можно положиться, Клитус. Делайте себе одолжение, не нужно его портить. Как вам известно, ваш брак с моей дочерью зависит от одного условия. Совет старейшин не должен узнать, что Дипоэмия обитаема. И где ваша ассистентка? Вы собираетесь представить ее мне? Моя ассистентка? Она кое-что забыла. Забыла? Клянусь небесами, Клитус. Я думал, у нее мозговой имплантант. Вы за нее воручались. Надеюсь, она посетила уборную.
Она, да, разумеется, еще как посетила. Все в полном порядке, никаких причин для беспокойства. Надеюсь, Аргус. Последите, чтобы ассистентка загрузила в мозговой имплант коды доступа. Так точно, главнокомандующий. Присматривайте за гражданами, а я в душ. Наконец-то эта гнусная планетка взлетит на воздух раз и навсегда. Вольно. В чем дело, Клитус? Вы как будто нервничаете. Мягко говоря. Гуал заявила, что даст согласие на помолвку, только если я позволю ей сопровождать меня. Ха-ха-ха. Не успел обручиться, уже попал под каблук. И это смешно. А разве нет? Вы же ее отговорите? Вы не совсем не знаете. Святые небеса, Клитус, Улис нас обоих. Улис не должен ничего знать, я просто закрою Гуал в каюте. Главное, чтобы она не увидела дипнеанцев, все будет в порядке. Все верно, мне это не по душе. А что если при загрузке кодов доступа сделать резервную копию ее воспоминаний? Тогда, если понадобится, мы сможем восстановить эту копию позже. Резервная копия сознания и коды доступа. Да, хорошая идея. Фу, всего неделя внизу, и все провоняло фекалиями. К счастью, скоро мы избавимся от Дипонии, и Гуал будет жить на чистой планете. Надеюсь, она дома. Что за глюки в отображении? Насчет фекалий он переборщил. Да, бесшумный, самый ядреный, ну и что? Что за глюки с изображением? Видите ли вы это? Дайте я сохранюсь. Так. Сохранить. И даже картинку он сохранил такую же на сохранение. Да. Бред какой-то. Эй. Если я загружусь. Загрузиться. Да. То же самое. Эй. Это несерьезно. Ребята. Главное, я прохожу. Ему тоже плевать на фон и плевать на все. Не до конца понимаю, с чем это связано. Возможно, как раз с тем, о чем я говорил в прошлой серии, с моими странным поведением дров на видеокарту. Возможно, и нет. Ну, я не знаю. Перезагрузить игру, что ли? Сейчас попробую перезагрузить игру, если не поможет, ну, придется делать так и надеяться, что... Это только к одному экрану имеет отношение. Так, а если я вернусь-то? Вот здесь помогает как раз, что есть, что видно, куда ходить. Осмотрюсь позже. Сначала нужно отговорить Гуал от поездки на Дипонию. Но ведь этот-то инвентарь отображается нормально, значит, это именно глюк отрисовки вот этой вот текстуры. Бред. Вот как это выглядит на самом деле. И... Я перезагрузил игру, загрузил, все было точно так же, как и до этого, только другие размытые текстуры были. В результате я методом перебора снял галочку с пункта компрессия текстур в презапуске игры. В меню игры этого нету, это в окошке, которое можно вызвать до запуска. И чего? Вы хотите сказать, мне не хватает моего процессора? Который, мягко говоря, очень некислый. Для того, чтобы отделать вот такое вот помещение, которое очень большое на вид просто. Я согласен, конечно, оно действительно большое. Но интересно, является ли это глюком, или это является чем-то непонятным. Надеюсь, у нас все нормально будет дальше. Это Ромео и Джульетта в обратную сторону. Хенна добивается Таннера. Вы кто такие, ребята? Все, пропал район. Да ни о чем интересно, ну ладно. Может, попробуем еще раз серую голубику? Но, зайка, мы ведь уже решили, что она слишком мрачная. Похоже, вам не помешает совет эксперта.
Ой, я не заметила, как ты появился. Что тут сказать? Я как изменение климата. Но можете звать меня Руфусом. Да ты шутник. Я Хена, а это муж Таннер. Мы новые соседи. У нас тут небольшая проблемка с гнездышком. Никак не можем подобрать занавески. Гардина ретро-традиция, отделана прекрасными консервативными оборками, но принт достаточно традиционный. С другой стороны, жаль, где нежный маркиз достаточно посредственный, но не слишком слащавый. Ну, знаете, как это бывает. Кризис — это неотъемлемая часть брака. Нет, нет, ничто не может бросить тень на нашу любовь. Разве что правильные занавески, когда мы закроем их для обнимашек. Буя, как-то вам мурашки. От ваших разговоров у меня мороз по коже, у меня тоже. К сожалению, мурашки можно заказать только в расцветке беличья отрыжка и слизистая ткань. Может быть, все-таки стоит заказать дополнительные образцы? Но не знаю, мне кажется, ассортимент как раз для вас. Какие страшные люди, господи. Говорить с вами снова нельзя, я надеюсь. Ну как дела, есть прогресс? Это ведь не так важно, главное, что мы любим друг друга, не так ли? Конечно. Я всю жизнь готов подбирать с тобой занавески, Хенночка. Ай, Таннер, ты такой романтик. Вот бы нам еще образцов для ознакомления. Вы просто отвратительны. Там есть ачивка «Лодка любви», это про них или нет? Кстати, последний раз на лодке любви заживо съели гондольера. Честно, он появится в этой части или нет? Не говорите мне, я не хочу знать, я хочу сам это найти. Так, на этот ужас мы посмотрели, слава богу. В дверь я не могу эту идти, подбирать им занавески, опять-таки, слава богу. Я так понимаю, это реалии Элизиума. Мы сюда попали, и вот люди здесь прям так живут. Да... Как там говорилось где-то, что ад — это то же самое, что рай, только там еще и весело. Камера лифта. Не понял. Какой полезный экран с одной кнопкой. Здесь никого. Но, видимо, это мне понадобится позже, это хорошо. Что еще мы имеем? Почему эти кнопки здесь? Чего они не могли сделать это меньше похожим на кнопки? Я могу еще и обходить это все вокруг. Просто дофига свободного пространства. Но будем осматривать все по очереди. Гуал? Гуал! Черт, придется включить свои дедукционные способности, чтобы не столкнуться с Улиссом. Или я просто пойду на этот ангельский голосок прямо по коридору. Я бы не пошел. Хотя, может, и пошел бы. Фотографии. Да, столкнуться, не столкнуться. Я вообще здесь жить собрался с Гуал. Гуал никогда не говорила, что она носила брекеты. Как мило. Да, мы же здесь собрались жить с Гуал, так что я должен оценить жилплощадь. Прямо-таки. Так, носила брекеты? Нет, ничего нового он на фотографиях не видит. Щипцы для углей. Напоминает мой последний визит к дантисту. Я вроде как стащил сверло и немного веселящего газа. А на следующий день меня выгнали из детского садика. Молодец. Че, будем тащить снова? Углей вроде нету, есть только щипцы. О, рояль. Как там... Я в белых штанах. Сейчас сыграю вам на рояле. Или на пианине. Очевидно, слон, пожертвовавший своей бивней для этого пианино, страдал от кариеса. Каждая вторая клавиша черная. У них тут что-то там стоматолог. Да, кстати, вроде на дорогих роялях именно из слоновой кости эти клавиши. Я играл в цивилизацию пятую, меня что-то потянуло, там был ресурс «Слоновая кость». Я специально в Википедии почитал все-таки, что же из него делают, нахрена он нужен. Потому что нахрена он нужен цивилизации, я не очень понял. Его, да, делали. Но вроде как в последнее время перешли все-таки на пластик. Потому что слонов как-то мало. Но не исключено, что до сих пор делают. Блин, я нажал на среднюю кнопку уже. Ну ладно, не хотел. Теперь я вижу, что тут есть тапочки лапы чудовища. Интересно, что об этом сказали бы защитники животных. Ну, они бы, видимо, сказали: «Ай, убегаем!» Иди, Руфус. Прям взял так и все. Ничего вообще не сказал.
Интересно, защитники прав животных. Надо же, Тони была права. Не все становится смешнее с тапочками из лап монстров. Надо было избавиться от них в ту похоронную службу. Видимо, так. Тони, к тебе можно? Я так понимаю, ты в душе. Ты что, к тебе точно можно? Тук-тук. Позволь войти и отвлечь тебя от душа, мой милый. Силуэт голого волосатого мужика. Я надеюсь, это полотенце, да. Это очень пошлая шутка. Мы с друзьями собрались в поход в висячие сады на пару дней, ты не против? Это эй, папа, видимо. Конечно нет, моя пышечка. Только больше не перепрограммируй смотрителя парка для проигрывания музыки. Ты лучше всех, пока! Да что ж такое? Гоу! Не надо! Да чтоб вас всех! Я ее упустил. Эй, кто там? Что вы здесь делаете? Обслуживание в номерах? Клон? А сервис-боты опять сломаны? Да, у нас внезапная эпидемия робочесотки. Крайне заразная штука, на 5-м уровне даже тостеры обсыпала. Неужели? Неважно. Отправь мой шлем в чистку и проваливай. Как прикажете. Ну, где у тебя шлем-то? Улис. Когда на него смотрю, мне первым взглядом приходит в голову этот Отелло. Это... я хотел пошутить, что это унитаз, а это и есть унитаз. В этом унитазе можно жить. А если его продать, можно купить мне квартиру, наверное. Долго он будет торчать в душе? У него же вся кожа морщинками пойдет. Шлем, да. Ой, у него прям борода в шлеме. Ну ладно. Дрожь, мурашки. Интересно, это не может провоцировать превышение полномочий? Сразу надеть или подождем? На мурашки? Нет, нет, это же превышение полномочий. У меня будет карнавальный костюм, эти лапы чудовища и Улис. То можно будет сказать, что Улис превратился... Вернее, что Улис был каким-нибудь инопланетянином. Возможно. Я у цели. И он оказался прекраснее, чем в моих самых смелых фантазиях. Я у цели. Ты, Руфс, попади в цель-то, если что. Не хочешь попадать? Я хочу ёршик отдельно от унитаза. Не дают. Все тут? Да, тут все. Здесь я все нашел сам. Можно, кстати. Почему? Все равно неплохо. На всякий случай. Все равно неплохо. Ну и шлем Улиса. Все равно неплохо. Ладно. Ничего не показывают нам здесь. На рояле. Да, скорее всего, тут ничего не надо больше. Не уверен до конца, но мне кажется, да. Эй, таймер! Зачем пошел таймер? Зачем пошел таймер? Я тут сохранюсь, но это, наверное, уже я поздно сохранюсь. Я не понял. Это таймер до того момента, пока Улис из этого выйдет. У меня вообще была еще ачивка дождаться окончания таймера. Я не заметил, он появился здесь или он появился там, когда я шлем взял. Но окончание таймера я дождусь. Мне же интересно. Мне же очень-очень интересно. Прям вообще. Еще одна. И ни ачивки, ничего не изменилось, да? Видимо, это должно было бы произойти где-то за дверью, что ли. А что будет за дверью прямо? Я не понял. Гуал, по-моему, направо ходила. Подожди. Лифт. Блин, снова этот непонятный чувак. Я там еще не все осмотрел, я не хочу сюда. Я хочу понять, когда появляется этот таймер, после чего. Сейчас я загружусь и проверю.
Я назову это этюд для гуал с кариесом в верхней семерке. Я почему-то не попробовал тыкнуть на рояль. Ну да, таймер начинается, как только я появляюсь в этой комнате. Это, видимо, мне надо успеть догнать гуал. А давайте посмотрим, я смогу на камере вот посмотреть. Она же должна быть еще здесь, да, ага. Гуал? Да, кто это? Меня зовут Руфус. Я не знаю никого по имени Гуфус. Руфус. Дуфус? Нет, Ру. Ру? Ду, нет, Ру. Ну, Фус, правильно. Буфус? Так? Нет, я... проехали. Тебе нельзя ехать. Так, с меня хватит. Кто ты такой? Тебя отец подослал. Если так, передай ему, что теперь я сама принимаю решение. И его попытки шпионить за мной — последняя капля. Если он хочет мне что-то сказать, пусть скажет это лично. Этот разговор окончен. Здесь никого. Ну, то есть, как бы хоть так, все равно будет одно и то же, да? Но я с ней поговорил, и мне за это тоже ничего не дали. Я не понял. Сейчас я попробую в лифт попасть до окончания таймера. Возможно, мне это чем-то поможет. Чё? Чё ты сказал? В лифте еще кто-то есть? Так. А что будет, кстати, если я сейчас поговорю с ней, но дождусь окончания таймера? Вот эту фразу я еще не говорил. Неважно, как меня зовут. Для меня есть некоторая разница. Вообще-то я тороплюсь. Если ты даже не можешь произнести свое имя вслух, я тем более что-то там. Ну и ждем окончания таймера. Может быть, за это дается та ачивка? Я не понимаю. Кстати, вообще, да. У меня висит диалог, она не отказалась со мной говорить, а таймер закончится, и она должна будет выйти из лифта. Как на это отреагирует игра? Да, думаю, история потрясающая. Но, к сожалению, у меня нет времени. Прощай, незнакомец. Нет, стой! Какой облом. Может, я вообще к ним зря попёрся так рано? Может быть, мне стоило сначала посмотреть все, что есть вообще здесь? Отсек, гуал. А может и нет. Ладно, вот это уже довольно интересно. Просто... Ну да, пока она едет в лифте, я ничего не успеваю. Неужели этот таймер просто, чтобы с ней можно было поговорить? В общем, ладно, посмотрим, что здесь есть еще. Если ничего, то переиграем этот момент. Ага. А, ну, да. Замечательно. Просто замечательно. Я-то думал, там целый полный мир. Полный опасности и приключений, а там нифига нету. Ну ладно, тогда, видимо, приходится возвращаться и... смотреть, что там будет происходить. Не знаю. Противовес. Снова этот помощник. Клавиатура. О, точно, клавиатура и счета. Можно вернуться, можно... Дзынь. Получилось не очень мелодично. Попробуй понапрячься. Нижние воздушные шлюзы, пустое гнездо, зона отдыха, зона развлечений. Кольцо жилых отсеков — это, видимо, то, где я нахожусь. Совет старейшин, конечно же. Нет. Пустое гнездо. Блям. Что-то звучание хромает. Попробуй еще раз. Но нижние воздушные шлюзы. Блям. Попробуй еще раз. Ну, повесить обратно, наверное. Нет, обратно вешать не стоит. А что от меня хотят? Мне музыка нравится на самом деле. О! Опять ты. Я тебя знаю? Пока нет. Давай это изменим! Добавь в список моих дел. О, почему, Мартин? День такой чудесный! Если ты не знаешь, с каких развлечений начать, нет проблем. Я отвечу на все твои вопросы.
Отлично, вопрос первый. Тут есть другой работающий интерфейс, который не грузит своей болтовней. Это Элизиум! Здесь ты найдешь все, что пожелаешь. Просто возьми колотушку. Колотушку? Какую колотушку? Ага. Опять какой-то лоботряс утащил мою колотушку. Ну ничего, для этого здесь я. Так куда ты хочешь отправиться? Тебе не помешает развлечься, поэтому рекомендую зону развлечений. Я думал, что здесь есть колотушка, чтобы отколотушить его. Но, видимо, нет. Нет, мне нужно торопиться к шлюзам. Популярное направление сегодня. Тогда счастливо! И меня отправили. О нет! Капсула уже отправилась! Что же теперь делать? О, этот живой еще. Могу я внести предложение? Макроникл, что ты делаешь в вентиляции? Не вмешиваюсь. Какой же ты скучный, Мак. Мы с тобой в раю, а ты закапываешь голову в песок. Ладно, пусть Гуал уже здесь нет. Но она еще вернется. А до тех пор у меня два слова. Зона развлечений. С ума сошел? Ты должен быть на Дипонии и спасать мир. Почему на Дипонии? Вся суть моего приключения была в попытке добраться до Элизиума. Чтобы спасти Дипонию, мне нужно лишь поговорить с Советом Старейшин. Признайся, мы просто срежем путь к моему счастливому финалу. И мне даже не придется прыгать в объятия смерти. Но? Никаких но! Если что, ищи меня в зоне развлечений. Если бы я туда сразу отправился в зону развлечений... Приветствую в зоне развлечений. Набери 10 тысяч очков и выиграй отличный приз. Выбери один из множества, а самое главное, развлекайся от души. Веселись! Господи, как это отвратительно звучит и выглядит. Очки веселья, а что мне делать надо? У меня мышки нет. А нет, мышка есть. Шариковый бас... Есть ачивка получить почти 10 тысяч очков развлечений. То есть 9999, судя по всему, бассейн, шариковый бассейн, автогонки, гольф, а дай шариковый бассейн. Ой, нифига себе. И как? А, тут чё, клавиатурой надо управлять, что ли? Да, клавиатурой. А на что? Стрелять на что? А, понятно. Стрелять на пробел. Что-то как-то очки довольно быстро набираются. Ну где еще тут кто-нибудь вылезет? Сюда можно попасть? Эй, кто мне надавал по голове? Блин, я не хочу так долго. Подожди, да где вы все? Где вы все? Я вас не вижу. Вас в нижней зоне нету, да? Вы где-то наверху появляетесь. А, вот, попаду. Попаду, еще попал. Ну-ка. Где еще кто-нибудь? Мне надо это выиграть или нет вообще? Вообще, да, если я хочу ачивку... Все эти... Ой, утконос. Так, ну... Где вас искать? Так, вон ты. Ну, блин, я тебя потерял, и теперь ты вылезешь. А нет, вылезешь ты здесь же. Так, осталось последний, да? Или вообще не осталось? То есть одну я выиграл. А как же мне это-то? Остановиться вовремя, что называется. А, очки веселья и просто так идут, да? Подожди. Эй, шейх. Шейх. Да. Я не понимаю, как в это играть. Он еще играет какой-то такой мини-ракетой. Ой, поня. Это... Мне интересно, они... А, это яйцо Фаберже, которое дико много стоит. Так вот... А в чем оно летит-то не туда, куда я хочу? Поня, иди обратно. Поня. Ну ты не поня, ты единорог, конечно. Так, а... Что, мне точно остановиться вовремя надо? Но он по-прежнему сюда же. Это какое-то не развлечение, это какое-то не пойми что. Но... Что я могу делать здесь? Ну дай полную мощность и... О, полную мощность. И угол наклона тоже полный. Он все равно туда же бьет. То есть здесь можно просто попасть или не попасть, да?
Я не понял. Сейчас я за кадром это поделаю немножечко. О, получилось чуть подальше. Но недобор по силе, да? А почему недобор-то именно по силе? А, видимо, да, потому что... Вот то, что надо, и... Ну, блин, не туда. Или туда. Эй! Почему мне не показали, куда я попал? А, ха-ха! Ой-ой, так забавно. Как раз стоило того. Видимо, это... да, это и была цель. Это мне нравится. Автогонки? Ну, автогонки. А, тоже мини-игра. А как? Я зажимаю. Чё нажать на газ? А, нажать на газ, да. На газ я нажал. И... нажать на газ. А, чё, надо... надо очень быстро нажимать на газ, что ли? Нет, я просто зажал газ и все. Но он ускоряется, ускоряется. Сейчас сломается, да? Ну да, мы обгоняем этого непонятного чувака с фиолетовыми волосами. Эй! Вернитесь на экран. Ну почти, почти, почти же. А, хе-хе, забавно. Руфус! Нужно будет как-нибудь повторить. Приятель, кажется, тот чувак хочет привлечь твое внимание. А? Где? А, этот. Это просто Макроникл. Временная петля. Что он так разошелся? Без понятия. Я слышу только мо-мо-мо. К счастью, я мастерски читаю по губам. Ой, ему мухоморист. Брос времени! Кажется, он говорит понос времени. Брос времени! Сейчас! И что про покос зелени? А мне показалось, сброс времени сейчас. Да, но это же полная чушь. Если только... конечно! Ой-ой. Ну ты блин. А, не надо? И то есть... мне за это короткое отведенное время, причем за три игры явно... надо набрать 9999 очков? Нифига себе! Подождите, а у меня сейчас таймер появится заново или нет? Хотя сохранюся. Сохранюся. Проверим. Да, таймер заново появляется. Вообще, пока что не знаю, что делать. Вот сейчас уже интересно. Сейчас я не понимаю, в чем логика дальше будет. Что будет, если я поговорю с Гуал? Сейчас я чего-нибудь смогу поменять все-таки или нет? Ну, камера, ну, разговор. Да. Тебе нельзя ехать. Так, с меня хватит. Ты кто такой? Тебя отец подослал. А если попытки шпионить за мной последняя капля? Если он хочет еще что-то сказать, пусть скажет это лично. Это разговор окончен. Да нет. Я не понимаю. Но было весело. В общем, это был курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь. До свидания. Пока.